Всем еще раз привет, YouTube привет. Вот ковыряю я капотик, так уже, конечно, местами он стал на человека похож, но, конечно, еще побитый. Ну вот, оказалось, мне мало крючочков, вот решил еще чуть-чуть длиннее сделать. С виду обычная железяка. Вот. А будет у нас крючочек. Вот. Из нее сделаны как раз. Мне вот чуть-чуть дальше не хватает. Вот идеально совпало. Вот этим неудобно. А вот этим самый раз. Вот. Хочу сделать из нее крючок. Значит, что это из себя представляет? Это какая-то китайская поделка была. Вот. У нее, значит, 3 миллиметра толщина, ширшина у него 10 миллиметров, значит, 10 на 3 вот такой вот кусок железки. Посмотрим, что с него умнее я не придумал, как взять вот такой молоточек. Он где-то грамм 450 грамм он весит. Вот, и методом холодной ковки, о, я даже такое умное слово знаю, беру, плющу его потихоньку, и из него уже что-то начинает проглядывать контуры будущей ковырялки. Вот. Ну вот, была ковырялочка у нас 10 миллиметров, стала 18. Сейчас я ее опробую. Края как бы у нее... Где-то и острые, вот, где-то и чуть скругленные. Вот, сейчас попробую, как она себя зарекомендует, и потом продолжим. Ковырялка прям очень даже, вот она, заходит. Тут не видно, наверное, но заходит вот сюда. И очень даже... То есть, в данном случае я не стал заморачиваться. У меня нашелся кусок железяки под рукой нужной. И вот я прям сочинил по месту ковырялочку. Вот. И, в принципе, она меня устраивает. До того места, где мне надо было, она отлично подходит. Вот я и ковыряю, и в принципе все нормально. Вот, и закруглять я ее, наверное, не буду, потому что люблю я очень острым работать. Вот, не знаю почему, но нравится мне. Хотя Минздрав предупреждает, вот, что надо работать. На крючки подмоточку ставить и прочее. Все это я знаю, но нарушаю. Пока что Бог миловал, как говорится. Таких бешеных наколов не случалось. Вот, ну, все равно, конечно, работая острым инструментом, надо аккуратнее делать. Да, еще я что сделал, я его немножечко согнул вот так, чтобы он был... Немножко более овальный, чтобы как бы вот так заходить потихонечку. Потому что прямой тут участок немножко не подходит. И вот он немножечко как бы заоваленный. Вот такая железяка сочинилась по ходу пьесы. Вот. Вот она. Я сейчас так аккуратно положу. Вот такая ковырялка. Вот. И несмотря ни на что, она работает и работает эффективно.